непосредственное участие в вот, приобретении этого мотора. Я вам за это благодарна, и я хочу выпить за вас. Давайте, что в состоянии вы и чувствуете все. Так близко к сердцу принимаете, принимаете участие. Спасибо вам большое. Спасибо. Алексей Ершин. Я думаю, что я скоро уже в поле какой-то песню, так что я как-то прощусь, и я опять это сделаю. Там еще много работы. Так скажи, пожалуйста. Андрей. Я не знаю, может быть, я еще так по-настоящему не почувствовала, но мне кажется, все как-то, ну, все так здорово, что, может быть, и разницы большой нет от этого мотора, но главная уверенность в том, что с ним ничего не произойдет. Вот это важно, потому что мы все время тряслись, что там что-нибудь не хорошее. Нет, ну, сейчас уже все. И что еще? Просто так я получил что там еще есть? Что надо делать? Там надо менять мембраны. Мембраны, там же пневматика и вот эти вот мешочки, которые, конечно же, старые и в плохом состоянии. Вот их надо заменять. А их там тысячи. Но это известно, как делать. Надо приобрести вот эти материалы, закупить. Раз. Потом все это разобрать, все поставить, снова собрать, почистить. Ну, какое прекрасное время мы живем. Вот так по скайпу можем все делать. Вплоть до того, что чокнуться. Давайте еще разочек чокнемся. Давайте. За наше прекрасное будущее органное. Аминь. Аминь.